Боже мой, мне иногда кажется, что уже красноярцы будут по времени определять. Так, ага, сегодня, я знаю, в это время выбегает один сумасшедший с усами и будет что-то нас заставлять делать. Нет, ну, Миша, конечно, усложнил задачу. Мало того, что там, да, на холоде завязывать, так, в принципе, завязывание галстука — это какое-то особое умение. Я не умею. Я умею, но, собственно, вот меня что порадовало, большинство вроде как бы умеют, ну, судя по вот этому сюжету. Это... Особенно тот, кто последний ему завязывал особое... вот этот вот очаровательный... Галстучный бантик. Это, наверное, Михаил сам. Ну хорошо, а у меня вот такие уже есть красивые коробочки интересные. Саша, я сейчас тебе буду доказывать, что подарок — это все-таки внимание, это мастерство, это еще... И это как раз одно из доказательств того, что нужно дарить деньги, потому что вот еще ж подарки нужно упаковать. Так, все, давай, мы это должен делать специалист. Все, давай не будем ругаться при гостях, потому что сейчас у нас в гостях Анастасия Корчагина, декоратор, которая будет сегодня нам рассказывать, какие есть новые тенденции. Анастасия владеет умением, не это Анастасия, а вот наша гостья, которым не обладает большинство из нас, но потому что... Ты меня гнобишь, да, прекращай. Я говорю про то, что... Спокойно. Я говорю про то, что большинство из нас не умеют упаковывать подарки. Это какое-то мега-искусство. Я не понимаю, как ему можно научиться. Ну вот сейчас мы и будем учиться, чтобы ты мне потом на день рождения подарил подарок. Расскажи. Да, и вы узнаете, что это все очень просто и легко. Вот сейчас можно собрать вот такой сладкий набор к Новому году. Я думаю, у вас получится все это быстро сделать. Так, давайте, рассказывайте, что мне нужно делать, каких вот этих всех пропорциях складывать или еще что-то в этом роде. А вот, смотрите, я думаю... Так, хорошо, поехали. Получится. А, поздравляю, желаю добра и счастья тебе, да? И положи, отстань. Но это еще такой простой вариант, потому что коробочка, да, вот коробочка, и туда все положил, закрыл, и бантик завязал. А вот еще же самое сложное — это вот бумажки. Ну да, можно вот так упаковать, это уже сложнее, вот, конечно. Да. Там есть какая-то математическая, наверное, математические вычисления, чтобы это все вот так складывать? Нет, тоже все очень просто. Еще хотела показать вам такой вариант. А можно посмотреть, да? Да, там конфетки. Все, а тут еще нужно укладывать по каким-то там каналам. По фэншую. Да, вот по фэншую, по золотому сечению. Так, сейчас, секундочку, я тут разберусь, потому что хоть и передо мной лежит пример, а я несколько... Ну ты уж не копируй, ты можешь там что-нибудь свое. Вот знаешь, вот в таком деле лучше я не буду креативить, а то это может получиться непонятно что. Анастасия, у вас в руках что это? Да, скоро же у нас День мамы. Да. Правильно. Вот. Обалдеть, как красиво. Давайте покажу. Вот так вот. Мамы, что там написано? Мамы как пуговки. На них все держится. На них все держится. Да. Действительно, мама как пуговки, на них все держится. И очаг, и папа держится. Ну вот смотрите, что вот входит в подарок. Это у нас тут вкусняшки какие-то, да, там да, печеньки? Да, сладости, мед, суфле. И кружечка. Украшение. А это что у нас? Это хлопок, украшение. Хлопок, украшение, и тут такой мешочек. Да, там тоже конфетки, печенье, мед. Ну, вот, чтобы вкусно пить чай было. Как вот такой вот элегантный подарок сделать? Ну, в смысле, вот как подобрать это сочетание, чтобы оно смотрелось? Вот действительно, вот смотрится элегантно. Вот хорошее слово, которое подходит. Лучше сделать все в цветовой гамме. Ну, если, допустим, берем розовенькое, то лучше все розовенькое. Красненькое, значит, красненькое, чтобы не было разноперости такой. Тогда будет все классно сочетаться. А я смотрю, да, сейчас вот популярны такие коробочки, где много разных мелочей, вот таких приятненьких. Да. Это и мужчина тоже собирает, да, такие коробки? Конечно. А мужчины обычно что у них там складывают? Какую-нибудь пену для бритья? Нет, почему? Еще? Обложки на паспорт, открывашки, кружки, блокноты, ручки. Какие-то бокалы тоже можно интересные. Да, даже гель для душа, для бритья. Сейчас модные очень смешные носки. Мужчины тоже это очень любят. Да, ну, Саша частенько разноцветные носочки, да, любитель. А вообще, если говорить про вот упаковку, про подарочную вот эту всю бумагу, ну, вот понятно, да, вот у нас тематическая Новый год, тут не ошибешься. А вообще, в принципе, вот исходить из чего? Как правильно подобрать, ну, чтобы это было там не вырви глаз какой-то, да, вот именно стильно? Чтобы это было грамотно. А сейчас стильно все вот крафтовое, на самом деле. Вот такое вот. Не глянцево, чтобы не блестело? Нет, да, чтобы все было просто и со вкусом. Бумага, может быть, такая же, да? Да, вот да, вот сейчас цвета. Все такое однотонное. Все очень... Еще я хотела показать вам вот такой подарок, который можно подарить перед Новым годом. Перед? Не в Новый год? Да, перед? Подарить его именно 1 декабря.
Это адвент. Да, календарь. Каждый день можно открывать. Только как адвент-коробочка. Здесь. Но есть разные варианты. Я видела и на ленточках делают. Давайте расскажем более подробно, что это такое, собственно, кто не знает. Получается, ставить его под елочкой. Дарит человеку, и он каждый день... Чтобы найти человека, кто 1 декабря ставит елку. И каждый день, ну, можно не под елку, конечно, но лучше так будет. Вот, ищешь 1 декабря. То есть каждый день открываешь по подарочку, да? Да, и там, да. Ну, то есть, вкусняшки, всякие разные маленькие штучки, там, зеркальце, патчи там для губ, масочки, бальзамы. Ну, это вы перечисляете больше женский такой. Ну да, ну можно и мужское сделать. Ну, то есть какие-то такие мелочи, которые, вот, допустим, на Новый год дарить, ну, как-то будет странно, да? Да, каждый день получать перед Новым годом, это классно. Дарю тебе патчи. То есть, а каждый день это эмоции определенные, и вот ты постепенно по накалу идешь, да? Да, а 31-го там уже ждет основной подарок. Не, ну это классная идея. Это хотя, правда, на самом деле... Особенно детям, мне кажется, зайдет. Да, детям, знаешь, это вообще будет здорово. Так что возьми это себе, да, на вооружение, вот, и не надо... А он, знаете, что будет делать? 100% вот этой коробки здесь 50 рублей. Начнем с рубля. Как вариант. Ну, вообще капец. Так, хорошо, вот мы запаковали. Вот я хочу все-таки сейчас получить вот этот восьмой дан, да, по упаковыванию подарков. В смысле ленточки. Рвет уже до кошмарка. Что за мужчина такое? Никто не видел. Я увидела и скажу всем. Скажите, как правильно ленточку завязать? Вот как? Ага, да, тут тоже. Это же какое-то умение непонятное. Фокус, фокус. На самом деле тоже все очень просто. Я вот всегда поражалась, как так ровненько умудряются. Тут просто нужно сделать крест-накрест. Так. Крест-накрест. И внизу крест переворачиваем. И все. И тут продеть. Ой, тут продеть. Вот я думаю, почему у меня всегда сваливается ленточка, я вот так никогда не продевала. Продеваем так и... И все, и завязываем бантик. А бантик там уж как бог на душу положит. Можно просто ленточки вот так оставить. Ну это что же особо... И украсть... Вот смотри, обычная коробка, да, обычная, самая простая, вот как обувь упаковывает, еще что-то. Но она настолько гармонично, настолько классно смотрится еще. А можно я вот так вот сама сделаю? Так. Так, а... А можно вот так, смотрите, просто. А, боже мой, оказывается, все гениальное очень просто. Все стильное требует буквально там 2-3 цветов. Кстати, посмотрите. Ну вот, не отличишь. Да, очень здорово у вас получилось. Где мой подарок? Кручу-верчу. Тебя запутать хочу. Что, нет? Я не сама забыла. Спасибо большое, Анастасия Корчагина, декоратор, была у нас в гостях. Говорили и показывали немного о вариантах подарков. Вот, в частности, на Новый год мне понравилось. Ну и для мам тоже, разумеется. Ну и, в общем, да, с упаковкой. Пора уже готовиться к Новому году, друзья. Не делайте таких ошибок, как сделал Саша пару лет назад, 31 декабря, пошел за подарками.